Блокнот без сшивания, с возможностью замены страниц. В общем, лайт-версия. Когда блокнот нужен, а долго делать лень. Меня зовут Наташа. А какой самый ленивый блокнот делали вы? Можете написать об этом в комментариях. И спасибо за подписку. Я старалась использовать минимальный набор инструментов и материалов. А именно 2 листочка скраб-бумаги для декора обложки. 80 страничек офисной бумаги для одной книжечки. Я сделала 3 книжечки, хотя можно было сделать и 4. 3 листа скраб-бумаги для декора книжечек. Я уже разрезала их под формат А4. Плотный картон от 160 грамм, 2 штуки размером 32 сантиметра на 21 сантиметр и 8 миллиметров. Чтобы хватило на корешок и остались зазоры где-то 2-3-4 миллиметра по сторонам. Картон должен быть такого качества, чтобы на сгибах не оставалось залома. Могу посоветовать такие вот большие листы картона, которые продаются в Леонардо. Я, как продвинутый скраб-рукодельник, имею в своем арсенале доску и палочку для беговки, но на начальном этапе я использовала просто спицу, беговала ей. Линию беговкой нужно сделать на расстоянии 15 сантиметров и 2 миллиметра от края картона с одной и с другой стороны. Шаг беговки в моем случае около 3 миллиметров. Почему не так точно? Потому что доска, хоть и на ней написано, что она в миллиметрах, на самом деле вот эти вот дорожки, они сделаны под дюймы. Край получился красивый. Таких деталей мне нужно 2. Я так решила, чтобы он был попрочнее. Можно одной достаточно будет. Палочкой прохожусь несколько раз. Если доски нет, то просто проходите спицей по бумаге, такой толстой спицей. Для того, чтобы конструкция была немного надежнее, я сделала дырочки и установлю в них люверсы. Но этот шаг можно заменить импровизированными люверсами, вырезать их из того же картона, такой вот бублик размером с люверсы пришить, немножко будет попрочнее. Или просто шилом сделать отверстие под резинки и ничего не драколить. А я же, как счастливый обладатель такого крутого установщика люверсов, не могу позволить ему лежать без дела. Далее нужно приклеить бумагу к картону. Тут я немного схалтурила и взяла скотч. Не мой любимый, проверенный пятилетием надежности, а который был. Тот у меня, к сожалению, закончился. Блокнот не альбом, если отвалится, приклею снова. Мне не хотелось нюхать клей, хотя можно было и на ПВА приклеить. В общем, я клею на скотч. Теперь осталось приклеить к основе настолько ровно, насколько это позволяет глазомер, или воспользуйтесь линейкой, кому не принципиально. Почему я выбрала скотч, это очевидно, он не ведет бумагу, не придется сушить феном, это быстро и просто. Теперь берем резиночку, самую тоненькую, и продеваю ее через отверстие. Где будет узелок, нужно сразу определиться, иначе потом резинку не передвинешь. Теперь завяжу узелок и лишнее отрежу. Излишне резинку не натягиваю. Большая часть сделана, осталось собрать книжечки. Скраб-бумагу я уже приготовила, нарезала под А4. Нужно ее согнуть пополам. У меня она тонкая, поэтому не требует беговки на сгибе. Стандартную же желательно пробеговать посередине, чтобы сгиб был аккуратный. Насколько она тонкая, она такой же толщины, как и бумага А4. Так я поступаю со всеми обложечками. Палочкой можно пройтись по сгибу. Саму офисную бумагу я сгибаю сразу всей пачкой по 8-10 страничек. Собираю книжечки вместе. Нож должен быть максимально острый. А соединять листочки в книжечке я буду обыкновенными скобами для степлера. Отмеряю по 5 сантиметров с обеих сторон, сверху и снизу.
беру скобы, чтобы отделить одну от другой. Я немного надавливаю на ее боковой край, и она легко расслаивается. Отмечаю вторую точку и проколю дырочки шилом, можно иголочкой. Аккуратнее, конечно, получится, если тетрадки не поднимать. Все, осталось поработать степлером, и тетрадочка готова. Ну и все, книжечки готовы, вдеваю в резинки их и пользуюсь в свое удовольствие. В них писать очень удобно, кольца или пружины не мешаются, книжечки легко заменить на новые. В общем, я довольна, быстро и просто. Нет, еще нужно одну резиночку, закрывашечку сделать, чтобы не распахивался блокнот, а то он как-то вот больно распахучий. Отмеряю резиночку. Закреплять я ее буду на люверс, можно просто сделать отверстие и завязать резиночку через нее и край. Хотела одеть обложку для тетради, но она оказалась велика. Паять эту обложечку под эту, это уже высший пилотаж, это не сегодня. Резиночку я сделала малость больше, чем нужно было. Не проблема, завяжу узелочек. Будет даже веселее. Это я накидала картинку героев этого видео. И давайте любоваться результатом. Надеюсь, видео было вам полезно. Спасибо за внимание. Пока!